с ума сошел? Че, ведь устал, видел? Там по большому счету, Валер, да. По большому счету можно было даже с того места управлять. Да? С того места тоже можно управлять. Понял? Да, да. Ну, просто сидишь там и все, да, оттуда. Потому что там и стоя можно ехать, да, потому что здесь все-таки облучокового места мало. Вот, а там и выход лучше будет, там даже пониже будет. Ну давай, мы попробуем сейчас так сделать, а потом с той стороны. Давай. Но смотри момент какой. Вот ты находишься сзади, да? Палку поменьше, потому что он очень хорошо знает, как тут пустается, да, и вот тогда вот так делаю. Не, ты главное не резко. Я вообще вот так ничего не делаю. Ну ты постоянно так делаешь. Если ты будешь выходить, просто движение, чтобы он успевал за ним. Я понял, не махать. Чтобы не было такого, знаешь, удара. Ну, я понял. Так, садись вот здесь, ты смотришь туда. Стоять. Володь, бери с фотоаппаратом, ну сейчас снимать на фотик нас будешь, иди сюда. Да. Снимай. Пора. Сейчас сними нас, пока Дима держит просто, как мы сидим. Стоять. Так, как Дима. Стоять. Снимай полным кадром. Вот он как раз головой крутит такой пони. Стоять. Вертикально. Снимай. Я не в кадре? Нет. Молодец. Yeah.
если он за мной пойдет, ты его двигайся, да? Я сейчас попробую с кадра убежать, а ты его чуть-чуть. Сейчас смотри, сейчас я его здесь вытащу. Вот отсюда. Вов, тебе хватит места, чтобы я убежал отсюда? Ну, здесь мало места, я хватаю тебя. Хватает, да? Никак не получится. Отсюда. Ты его чуть-чуть тронешь, да. И вот передо мной там его остановишь. Поехали. Пошел. Шлепнешь. Ага. Ой, ногу мы снимаем. Все, молодцы. Замело в лесу дорожки, белых все вокруг одежка. Снег на солнышке искрится, рады люди, звери, птицы. Здравствуйте, мои друзья! Без волшебной сказки я день и ночь сюда и мчался в расписных салатках. Все на праздник меня ждут. Борода моя седая, вы не ресницы. Если мы пришли сюда, будем веселиться. Будем прыгать, как зайчата, топать, как медведи. Пусть порадуются тоже ближние соседи. Приезжайте в гости к нам. Очень рады будем вам. Все. Так, теперь фотографируй нас на фотоаппарат, пока мы сидим. Я сейчас я пост возьму. Поедьте домой, наконец. Смотри туда. Держи. Нет, сейчас, подожди. Сейчас мы должны гвозди держать. Поворачивайся. Закрасишь. Не снимай стекалку, вставай. А что ты, ты ж видишь там, я это убрал. Стой, там... Садись. Так, нормально? Все. Ты ж не только... Ой, Володь, ну не снимай ты вертикально, нахуй. Ну а тогда что я сниму? Молодец, Витюша. Умница. Настя, красивенько, встань на будет. Ну, видишь, и хвост попадает лошади, надо лошадь уже снимать. А ты снимай лошадь тоже, всю, целиком. А что ж ты хотел? Я снимаю лошадь целиком. И нас. Настя, смотри, чтобы я не попадал. Чтобы тебя Дима не попадал. Ручку помаши просто так. О, отлично, давай. Так, давай я оттуда зайду. Заходи, мы стоим. Сейчас заходи, я. Ну и видео не надо. Сейчас видео только... пусть идет. Вот смотри, Валер, вот если, допустим, ну еще разочек все равно же надо будет приехать. Да. Потому что я хочу вот это вот, здесь вот более ровная площадочка, да? Смотри. Да. Вот если с этого ракурса взять, здесь сделать кружок, да? Валер, вот вытоптать его. Настя, смотри вот сюда, на Настя, сейчас, подожди, Настя, руку вверх. Это я вытопчу. Там машины, снегоходом, все это укатаю, да, тропиночку. И потом, чтобы понимаешь, чтобы он, ну, сделать более-менее нормальный кадр динамики выбора. Потому что сейчас этот на этом льду, это ну, да, просто ляжет. Дима, смотри, 1 числа, если мы приедем сюда на выступление с детьми, да. Вот с детьми, все, да, ты к этому, мы уже постараемся, ну, понимаешь, да, и кадры сделать, и детей покатаешь, а мы подурачимся. Ну, писала, разговаривала? Да. Ну, она мне сообщит, когда это будет. Хорошо. И я договорюсь, то, что у Насти школа и тренировка, у меня работа. Ну, естественно. Я должен поменяться. Естественно. То есть она мне точно должна сказать. Естественно. Настя, и потом, понимаешь, это если этот корпоратив сложится, грубо говоря, репетиция, да? Потом уже выбрать, пускай там уже лето будет, еще там, важно, снега да. еще будет, да. Да? Да? И потеплее будет, можно будет более так это самое, без да. суеты вот этой. Да, вот. Да, да, сейчас, да, честно говоря, набить материал, чтобы да, потом склеим рекламу, совершенно верно. Да. Одно, другое, третье. Потому что сейчас просто его, ну, жалко. Я понимаю, все, хорошо. Ну что, тогда ты бери, Настя, уезжаешь. Давай, смотри, улыбайся, руку вверх. Да снимай ты горизонтом, ну потом вертикалку сделаешь. Ну, но горизонтом давай, лопнет, и фиг с ним, отходи дальше тогда. Отойди дальше, маши ручками. Отойди дальше, потому что из горизонта вертикалку сделаешь. Во, место позволяет. Стой. И потом еще такой момент, просто тебе самому почувствовать, как это вот. Ну, да, вот потренироваться бы. Понимаешь, надо, потому что вот это вот, где чувствует, где он... останавливается, где протолкнуть его, понимаешь? И когда он идет по льду по этому самому, да, либо ковать его надо на шипы. Ну и здесь. Чтобы он уже стоял, либо... Вова, снимай нас! Когда не надо, ты не снимаешь, наоборот.
Нет, с подковами просто, а то видишь, у него уже. Виктор хороший. Вон он сейчас санки в эту горочку раз на зацепах попадаем, стоит, бедный. Аж... Попадаем мы и конь. Отлично, я так и делал. Ну, вот хорошо. Я специально сюда вошел. Ну все, тогда я на Настю одеваю куртку, все тогда? Значит, да. Все, да, едем, это сам, Бог собирает тогда сейчас это за штатив. Да он донесет. Дойдем. Мы дойдем. Давай, сейчас это самое, сейчас потихонечку просто тронь его, это самое, трой, водичка. Сейчас выйдем на это. Да-да. Пошел, бить. А я его сейчас, она...